Всем привет! В этом видео хочу сравнить два сезона «Пацанок», второй и третий. С первой серии третьего сезона «Пацанки» я не раз слышала, что третий сезон так себе, что второй сезон был лучше. Поэтому и возникла идея, чтобы сравнить сезоны. А тут еще и 13-ю серию сделали, как раз под мое желание. Задания, испытания в том и другом сезоне были похожи. Будем сравнивать самих участниц. Давайте определимся с пунктами, по которым будем выбирать, кто круче. Я думаю, красота, женственность, ум, мудрость, самореализация, интерес. Вы можете предложить свои варианты. И можете спорить со мной, если не согласны. Победитель будет определен вами. Я так начну эту эстафету. Красота, кто красивее? Давайте сравним. Но я не берусь судить. На вкус и цвет, товарищей нет. Тим по балу. Женственность, грация. Тут однозначно бал достается участницам второго сезона. Достаточно сравнить тот и другой танец. Ум, эрудиция. Кстати, я считаю, что ум и мудрость – это разные понятия. Ум, эрудиция – это знание, а мудрость – это то, как человек ведет себя в жизни. Умнее третий сезон – это они продемонстрировали, отвечая на вопросы. Бал третьему сезону. Мудрость. Тут решающую роль сыграл и депутат, когда плюхнулась лицом в торт. Никто из участниц ее не понял, думая, что зрители тоже. Еще момент, когда участницы второго сезона схватили все блюда для своих послов вместо трех положенных. Это было некультурно по отношению к гостям, неважно, к кому они пришли. Бал достается третьему сезону. Самореализация. Ксения Милос спросила участниц второго сезона, чем они занимаются после проекта. Оказалось, что Мари делает брови, Мария Кузнецова – фрилансер, Том есть свободный работник, еще бурые. Депутаты Марии снялись в проекте «Пацанки за границей». Шаманка учится и работает в эзотерическом центре. А что третий сезон? Ксения Милос еще до проекта работала начальником охраны в элитном клубе Москвы. Аня Горохова записала два трека, Аня Костина и Аня Михеева записали по треку. И это с учетом, что проект только закончился. Зарина и Две Ани учатся на телеведущих. Тут, я думаю, пока судить рано, но все-таки отдам бал третьему сезону. Интерес. В прошлом сезоне мне нравились Шаманка и Депутат, было интересно смотреть за их борьбой, а Маша Кузнецова отвечала за веселье. В этом сезоне борьба идет между Ксюшей и Аней Гороховой, за веселье отвечает Зарина. Аню Костину и Таню Бурую не было видно до последних серий. Барби чем-то похожа на Мри. По балу тому и другому сезону. На мой взгляд, победил третий сезон. А свое мнение пишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и до скорого!